Привет. Сейчас продолжаются работы по защите, покраске, герметизации дома из рубленного бревна. На данный момент сделали большой комплекс работ по шлифовке, по полировке, по антисептированию, конопатке углов и нанесению первого слоя лазури. Далее мы нанесли герметик. Герметик использовали Remers. И, соответственно, на этот герметик нанесли второй слой лазури. Следующее у нас остается нанесение третьего слоя, это прозрачное масло. Дальше покажем, как получится.